Вітаю, приїхали ми з України, от мої жена, теща, вийшло так, приїхали працювати. А Писання говорить нам як? І Дух Святой свидетельствує в серцях, да? В який би город или селение не вошли ви, наведывайтесь, хто в ньому достоин, і там оставайтесь, поки не вийдете. Аминь. Я хотел бы, я просто тут вижу так, иногда нам кажется, брат сказал о законе, то есть тут как бы перевод такой, достоинство не потому, что мы достойны, потому что Он, Иисус, сделал нас достойными. Его достоинство играет тут роль, и больше никто тут не играет роль. Аминь. Слава Иисусу. Я все время думаю, такая жертва, такой труд, который Иисус победил, выиграл и перенес. Аминь. Это должно быть для нас толчком и к новой жизни, и к победам во Христе Иисусе. И это та вера, которая побеждает мир внутри нас. То есть любовь, нашу любовь к миру. Потому что есть процесс. Аминь. Но мне нравится, что в процессе еще есть вера. Потому что Бог говорит, процесс без веры невозможен. Те, которые Христовы, вот сегодня я сижу, они распяли, написано, плоть с похотями и страстями. То есть я вижу, что тут прошедшее время. Распяли. Они не распинают там постоянно, ходят в мыле, как в Ветхом Завете. Нет, тут как бы ситуация другая. Но опять же так, Иисус нас освящает каждый день не для того, чтобы мы продолжали жить в грехе, правильно? Потому что вера, она производит дело какое-то в человеке. Аминь. Если он движется любовью к Богу, он начнет входить более больше в освящение. Аминь. И в святая святых. Если, конечно, вообще он туда хочет входить. Если его скотный двор интересует, то другое, понимаете? Не все интересно там как бы. Я доволен, что я здесь, что я доехал, что с верующими братьями и сестрами можно воспеть Господа. Не знаю, песен у меня 400 штук примерно. Это одна из самых больших проблем для меня, что петь. И если что-то как-то вы думаете, я какую-то там пою, что написал там. Вот есть такая песня «Блудный сын». С этого, я думаю, начинается почти, да не почти, а любого человека, верующего, дитя Божьего. Это первый этап, блудный сын или дочь. Я ее спою, потому что больше вы ее нигде не услышите. Я как блудный сын гулял, что имел, то промотал, и теперь у камня разбитого. Суетою был гоним, по земле бродил один, без молитвы и без покаяния. Суетою был гоним, по земле бродил один, без молитвы и без покаяния. Но знаю я, точно дом есть у меня, в этом доме ждут меня. В этом доме ждут меня мои братья и друзья, и одежда новая ждет меня. Не хочу так больше жить, надоело мне грешить, не хочу под суетой ходить. Хватит, больше не могу, возвращаюсь я к отцу, возвращаюсь я домой к отцу. Хватит, больше не могу, возвращаюсь я к отцу, возвращаюсь я домой к отцу.
точно дом есть у меня, в этом доме ждут меня. В этом доме ждут меня мои братья и друзья, и одежда новая ждет меня. Сколько можно болью жить, хватит я по горло сыт лицемерьями и обманами. В доме моего отца стол накрытый для меня, ждут меня там братья и друзья. В доме моего отца стол накрытый для меня, ждут меня там братья и друзья. Но знаю я, точно дом есть у меня, в этом доме ждут меня. В этом доме ждут меня мои братья и друзья, и одежда новая ждет меня. Вот и поле помню я, как отец учил меня твердо, без оглядки вспахивать. Здравствуй, поле, здравствуй, дом, вот вам низкий мой поклон. Я вернулся, чтобы сеять вновь. Здравствуй, поле, здравствуй, дом, я вернулся, чтобы сеять вновь. А по полю навстречу шел отец. Вот вернулся сын, ну, наконец. Подойди ко мне скорей, я хочу тебя обнять, я хочу тебя поцеловать. Подойди ко мне скорей, я хочу тебя обнять, я хочу тебя поцеловать. Но знаю я, точно дом есть у меня, в этом доме ждут меня. В этом доме ждут меня мои братья и друзья, и одежда новая ждет меня. И одежда новая ждет меня, и молитва новая ждет меня, и храмина новая ждет меня. Это на память. Аминь. Давайте сейчас посмотрю, какую я тут написал. Аллилуйя. Хорошо здесь, да? Называется «Там высоко». Сказал, что я написан на ладонях рук твоих, Господь. И что любовь твоя безмерна, от престола к нам в сердца течет. Твои руки прибивались, значит, на кресте распятый я. Значит, вместе воскресали, чтоб пойти с тобой в наш дом Отца. Значит, вместе воскресали, чтоб пойти с тобой в наш дом Отца. Там высоко,
небесными вратами ты там далеко. Но я слышу все твои мечты обо мне и о тебе. Их не счесть, и только знаешь ты, на двоих у нас одно. Сердце духа твоего. Ты сказал, что не оставишь и не бросишь никогда меня. Когда крылья опускались, ты всегда дарил любовь отца. Когда свет рассеет тучи, наполнял мой дом твоей весной. Ты всегда есть самый лучший, дорогой, любимый мой Господь. Да, ты всегда есть самый лучший, дорогой, любимый мой Господь. Там высоко. Высоко, за небесными вратами ты там далеко, но я слышу все твои мечты обо мне и о тебе. Их несчастье только знаешь ты, на двоих у нас одно. В сердце духа твоего, там высоко, за небесными вратами ты там далеко. Но я слышу все твои мечты обо мне и о тебе. Их не счесть, только знаешь ты, на двоих у нас одно. В сердце духа твоего, в сердце духа твоего, в сердце духа твоего. Еще есть у меня? Я чуть-чуть начертил, я понял. Третий и последний, да? Сейчас. Спою, называется песня «Вечная любовь». Росток смирять взошел из сырой земли. Только в образе твоем нет величия. Был презрен и умолен пред людьми. Был оставлен без надежды и помощи. От него мы отвращали лицо свое. Но он взял на себя наши немощи, наказание мира было на нем. Вечная любовь, оставив небеса, отдала себя людям на распятие, и святая кровь
пролилась креста, омывая грех и все твои проклятия. Добровольно за грех страдал, словно агнец предстригущим безгласен был. Что живет предатель в каждом из нас, ты знал, но простив до смерти нас возлюбил. Через крест открыл нам двери спасения, примирив с собой навечно нас оправдал. Принеся с собой удар искупления, жертва истины и милости стал. Вечная любовь, оставив небеса, отдала себя людям на распятие, и святая кровь пролилась с креста, омывая грех и все твои проклятия. Вечная любовь, оставив небеса, отдала себя без остатка миру, и святая кровь пролилась с креста, чтобы принял ты ее спасение силой. Да, вечная любовь твоя, Иисус. Да, вечная любовь твоя, Иисус. Вечная любовь, оставив небеса, отдала себя людям на распятие, и святая кровь пролилась с креста, омывая грех и все твои проклятия. Вечная любовь, оставив небеса, отдала себя без остатка миру, и святая кровь пролилась с креста, чтобы принял ты ее спасение силу. Пусть Бог благословит, все в одно, принять силу, аминь. А сила у него. И Давид сказал однажды, дополню, однажды услышал я, однажды сказал мне Господь, и дважды услышал я, что сила у Господа. Думаю, как один раз услышать и два раза понять? Понятно так, сначала в голове, а потом туда внутрь запустил, подсознание, слово должно войти туда. Иначе ростка не будет, ничего не будет. Туда, в глубины, в подвалы своей души открой так, чтобы сердце просто пронзило всю твою тьму. Аминь. И насадила там Божьи сады. Аллилуйя.